Все, когда поедем тренироваться и отдыхать в Таиланд, возьмем с собой младшего брата? Мне кажется, это плохая идея. Пусть пока подрастет. Сын, когда вас с братом вместе возили на эстонский курорт, отдыхом для родителей это было трудно назвать. Главная цель сегодняшней программы – практические советы родителям, которые планируют путешествия с маленькими детьми. Мне в этом помогут Артем и Дарья Москвины, путешественники-пчеловоды. Скоро станут дважды родителями. Среди моих экспертов – Татьяна Николаевна Лесничая, врач-педиатр детской городской поликлиники номер 5, воспитывает сына. А также Жанна Курдаглян, представитель туристического агентства «Мастер отдыха». Есть дочь. В моей команде ученик 5 класса гимназии номер 115 Богдан Сырцов и Ольга Ходус, ученица 10 класса этой же гимназии. Во время своей недавней командировки в самолете несколько часов наблюдал за родителями с маленькими детьми на руках и по-мужски сочувствовал отцам. Походную жизнь со старшим осваиваем уже несколько лет, но перелеты к океанам и морям только планируем. Какие они особенности семейного отдыха? Солнце, море, пляж. Незримой мантрой эти три слова сидят в головах миллионов людей, мечтающих о заслуженном отпуске. Океанский воздух, здоровое питание и потрясающие, радующие глаз пейзажи. Такой отдых снимает стресс, усталость и депрессию, накопленные за время рабочих будней. Другими словами, иной мир, яркий и прекрасный. И поэтому вполне естественно желание показать этот мир своему ребенку. Но первая же проблема, возникающая еще на этапе планирования – долгий перелет. И сложность его, в первую очередь для родителей, варьируется в зависимости от возраста ребенка. Сразу хотелось бы сказать, что на самом деле с маленькими грудничками летать намного проще, чем с детьми более старшего возраста. Потому что маленькие, они почти все время спят, в то время как большие, они более активны и требуют больше внимания и больше развлечений. Детям лучше, поэтому крайне важно определиться с направлением. Перелет должен занимать как можно меньше времени, а море быть чистым и без высоких волн. Отдыхая с детьми, следует обратить внимание на курорты, где нет сильной жары. При выборе отеля ориентируйтесь на те, в которых есть соответствующая инфраструктура для детского отдыха и развлечений. Мелкие бассейны и специальные игровые комнаты. Плюсом будет наличие грамотных аниматоров. Также не стоит забывать о шаговой доступности различных мест для детского досуга. Аквапарков, дельфинария, зоопарков и парков развлечений. Турция, Греция, Испания, Израиль, Египет и Таиланд. Вот, по мнению интернет-пользователей, те направления, на которые стоит обратить свое внимание при планировании отпуска с детьми. Ну, или же стоит спросить самих детей. Это бы было очень древнее место, и там все еще жили бы мамонты. Там живут водяные, и они живут на дне моря. Большая космическая ракета в мире. А там большая пешеница. Ну а если же детей у вас нет, и вы один, или же со своей половинкой хотите провести свой отдых в тишине, вдалеке от шумных и зачастую проблемных цветов жизни, child-free туризм для вас. Такой вид отдыха стремительно набирает популярность. Пару лет назад один из британских туроператоров анонсировал открытие нового проекта, предлагающего отдых только для взрослых. Туры, предлагаемые в рамках проекта, рассчитаны на взрослых людей, желающих провести отдых без детей, как своих, так и чужих. Таким людям турагентство гарантирует 100% бездетный отдых. Сейчас же отели без детей есть практически на всех основных туристических направлениях. Соответственно, при планировании своего бездетного отпуска стоит обратить свое внимание именно на них. Первый вопрос к тем, кто с ребенком путешествует буквально с его малолетства. Артем и Дарья, почему с детьми интереснее? Ведь дело не только в интересе, а в том, что с семьей. Ну, как интереснее. Для меня основной критерий, почему надо ехать с ребенком, потому что если вот я зимой улечу с Дашей вдвоем на море, как я потом буду своему ребенку объяснять, почему он здесь в холоде и серости остался, а мы там на море отдыхаем? Ну, это неправильно. Как обеспечить ребенку комфортный переезд и перелет? Вот с точки зрения его состояния, здоровья и всего остального, акклиматизации. С точки зрения состояния здоровья, перед тем, как собраться с ребенком ехать отдыхать, во-первых, надо определить, кого вы с собой берете в компанию, ребенок какого возраста, чтобы вы были морально и физически готовы были к тем трудностям, с которыми вам
хотите, не хотите, но придется столкнуться. Конечно, характер родителей разный, темперамент родителей разный. Поэтому вы можете слышать у знакомых, что кто-то летал и с двухмесячным ребенком, и все было хорошо, а кто-то поедет на отдых и с трехлетним, и будет жаловаться, что был к ребенку очень сильно привязан. Поэтому все эти нюансы нужно учесть. Для того, чтобы комфортно было всем, во-первых, нужно выбрать правильно место, где вы будете отдыхать. В зависимости от этого места и возраста ребенка, то есть климат не должен сильно отличаться. Если это дети до 3 лет, с точки зрения медицины, каждый медик вам скажет, что это противопоказание. Но родители у нас разные, желания у нас все человеческие. Поэтому в сегодняшней передаче попытаемся вас предупредить о тех нюансах, с которыми вы можете столкнуться. Выбирая климат, для ребенка 3 лет желательно, чтобы он был приближен к месту проживания. Смена часовых поясов тоже это важный фактор. Учитывая ваш вопрос переезд, перелет, то, конечно, детям до 3 лет мы рекомендуем переезд на поезде, чем перелет. Они более плавно въезжают в ту атмосферу, в тот климат, куда вы едете на отдых. Если вы все-таки решили выбрать отдых, связанный с авиаперелетом, то желательно, чтобы страна, в которую вы едете отдыхать, была западнее, то есть вы летели с востока на запад. Тогда к часовому, перемену часовых поясов ребенок легче перенесет этот период адаптации. Если говорить вот о предстоящем летнем сезоне, выбирать, наверное, все-таки страны вот с мягким климатом. Это может быть Кипр, Болгария, Греция, это Турция, может быть, либо Адриатика, Хорватия, Черногория. В этих странах акклиматизация, адаптация ребенка будет проходить гораздо мягче и легче. Также нужно обратить внимание на выбор отеля. То есть необходимо, чтобы отель был с какой-то территории, чтобы инфраструктура отеля была именно направлена на какие-то детские развлечения, на детские мини-клубы, на детские анимационные программы, да, чтобы в ресторане отеля была детская кухня, если мы говорим о маленьких детях. Вот. Ну и, конечно же, обратите внимание, когда вы летите по туристической путевке, на медицинскую страховку, которая, вот, как правило, входит уже в стоимость тура, и каждый турагент вам подробно расскажет о возможностях этой медицинской страховки. Вот. То есть, если, не дай бог, происходит какой-то медицинский случай на территории страны, где вы пребываете, вам необходимо будет активировать эту медицинскую страховку, и к вам на место происшествия приедет доктор. Ну, вот ладно, там про страшное. Ну, положим, поехал, да, ребенок палец порезал. Так. А у меня нет в чемоданчике зеленки. Что в отеле, кому должен обратиться или куда? Тогда медицинская страховка, потому что если вы обращаетесь в отель... За пальца, да. Как скорую вызывать? Либо там идете в аптеку. Мы очень много путешествуем пешком. Мы, то есть, не берем, не приезжаем на место, не берем отель, у нас там на 3-4 дня максимум берем, потом перемещаемся. То есть мы смотрим как можно больше. Вот вы назвали аптечку, это уже на одного человека. Полчемодана. Да. А вот я бы вычеркнул сразу 90% всего, потому что все это можно купить на месте. Вот у вас случилось если диарея. Если ты понимаешь, как это написано. Всегда есть медик, который говорит на английском. Ну, очень много. То есть можно как-то выяснить. Во-первых, защита от лучей, от солнечных, тоже обязательно брать только на месте, потому что они будут лучше, скорее всего, и зачем ее тащить. То есть вы взяли нужную вам, это будет дешевле даже. Вот. И очень много препаратов, наверное, которые приспособлены к местному климату, к местным болезням. И, ну, то есть взяли перекись, пластырь, собственно, там от аллергии, если у вас аллергия, что-то. Ну и вот такие какие-то от жаропонижающие, один вид. То есть не надо набирать вот эту аптечку, зачем ее таскать с собой. Дети крепче, чем взрослые, и лучше переносят акклиматизацию. Абсолютно согласна. И поэтому, да. Во-первых, нужно думать не только о ребенке, когда вы едете с ребенком, нужно думать одинаково обо всех. И о себе, и о ребенке, и, ну, там, о жене, мужа там, в общем-то, и вот у нас политика акклиматизации такая, мы приезжаем на место, мы никогда не берем номера с кондиционером, потому что если вы берете номер с кондиционером, вы постоянно себе, так сказать, ломаете эту акклиматизацию, да. То есть мы 3-4 дня спокойно, ну, выбираем хорошее место, где, ну, допустим, прохладный район страны, где можно спокойно акклиматизироваться, и после этого уже вот эта вот жара, допустим, если это азиатские страны жаркие, она уже, ну абсолютно не, то есть вот вошел в этот ритм, и все, и живешь, и тебе, ты уже почти как местный. Но
Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр. Запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис», Омская, 213-Б. Телефон 666-432. А с точки зрения питания, вот стоит что-то учитывать? Тем более, что дети часто и пытаются есть то же, что и родители, или требуют, по крайней мере. С точки зрения питания, конечно, все нужно учитывать. Я советую брать необходимое питание все-таки из дома, хотя бы на период переезда или перелета и на первые дни пребывания на отдыхе. Питание у детей должно быть диетическое. Это вареная пища, должна быть обязательно термически обработанная. То есть у детей нужно исключать шашлыки, суши, какие-то морепродукты, которые, вы видите, термически не обработаны. Но опять же, все зависит от возраста ребенка. То есть у детей до 2 лет питание особенное. То есть в зависимости от того, на каком вскармливании ребенок, искусственный, грудничок. Мамам, у которых детки груднички, очень везет. То есть у них самое ценное все всегда с собой, оно всегда самое стерильное, оно всегда все самое полезное. Детки, которые находятся на искусственном вскармливании и путешествуют в раннем возрасте, то, конечно, маме необходимо позаботиться при вылете или при выезде о необходимом наборе бутылочек для смеси, да, рассчитать питание, которое нужно взять с собой. То есть обычно искусственные смеси мы рассчитываем так банка на 4-6 дней. Так? Плюс, если ребенок уже требует введения прикорма, то есть это баночки с фруктовым пюре, баночки с овощными пюре, какие-то печеньки, то есть все зависит от возраста. Детки, которые ближе к 2 лет и старше 2 лет, они в основном питаются по детскому меню, если это отдых, организованный в отелях, либо родители пытаются готовить это питание самостоятельно. Но однозначно, не так как мы едем в чужую страну, особенности питания там свои. То есть все эти приправы, все особенности приготовления пищи лучше не разнообразить. То есть лучше выбирать тот вариант питания, на котором вы были, находились и дома. Если вы хотите ребенку ввести какие-то экзотические фрукты в питание, то это надо начинать с маленьких-маленьких порций. Вообще, вот сейчас советы, ты хотела сказать, да? Вообще, советы все очень сложно давать по поводу путешественников, когда не обозначена конкретно страна, потому что, допустим, в Азии даже Таиланд и Индию взять, это две совершенно разные страны для путешествия с детьми. Ну, то есть, одна с высоким уровнем медицины, достаточно с высоким уровнем жизни, одна из самых богатых стран Азии, да, и Индия тоже вроде очень интересная страна, но гораздо больше вероятность, что вы там подходите. Я знаю, да, что Индия и Таиланд в этом смысле сопоставимы по истории кулинарии, потому что там, нет, и там пряности применяются и специи для того, чтобы решить проблему кишечных заболеваний. Но, однако, в Индии вы можете подхватить кишечные заболевания на раз-два, а вот в Таиланде... Мы сейчас говорим, да, не только о кишечных заболеваниях, а вот о пище. Значит, хорошо, что в Таиланде вот вы ездили с ребенком, она, по-вашему, была адаптирована. Возможно, было ребенку просто говоря, питаться? Очень много, если это говорить именно о местной кухне, у них очень много супов, которые они практически не добавляют ничего острого. У них очень много риса. Есть из чего выбрать, да? Да, да, абсолютно. Морепродукты, те же рыбка. Вот, да, вы говорите, много, что надо выбирать. Мы ели только местных. Вместо того, что путешествовали сами, много перемещались, то есть на местном транспорте, там, ну, на байках. И вот это, ну, не пакетный отель, там нету вот какого-то ресторана, где, ну, обслуживают европейцы или, ну, вот какие-то. Мы ели в местных забегаловках везде, где, ну, там, при дороге, ну, в общем, голод-то он застает врасплох в разных местах. Ну, и вот как вот ребенку, например? И нормально. Нормально? Отлично. То есть всегда можно взять, ну, Азия – это рис. То есть всегда можно рис взять с обычной вареной курицей, с обычными вареными овощами. Хотя бы гарантированно, что не будет. Это гарантированно, но no spicy. Даже что у дороги могут порцию для ребенка положить без вот этих любимых острых специй. Да. Да? Буквально несколько слов по-английски, и все решается. Понятно, что отдых с родителями, это несколько сразу предполагает скуку, там какой-то контроль, что-то еще. Вот, Ольга, знаю, есть опыт путешествий с родителями, в том числе по странам Европы. Поделись. Да, летали с мамой в Париж. Вот, и могу точно сказать, что в отеле мы почти не питались, потому что там, ну, просто было нечего есть, опять-таки не было включено ни обеда, ни ужина, ничего, и мы постоянно ходили в рестораны разные, вот, в Париже, никогда не было никаких проблем с питанием, никогда не было никаких проблем с пищеварением, ну, или с чем-то взрослый, еще. А если бы ты был... Ну, так, мне тогда было... Ну, это и Париж. Да. Сколько было? Мне тогда было 10 лет, то есть, ну, гораздо младше. И точно могу сказать, что
вообще никаких проблем не было. Единственное, что именно в плане развлечений для детей, там только в Диснейленд съездить и все. А так у нас даже по путевке ничего не было включено. По путевке, да, по путевке не было, не было, да? Только сами мы могли куда-то сходить, но вот действительно нечего там делать ребенку в плане развлечений. Там никаких ни парков, ни аниматоров, ничего нет. В Париже? Ну, возможно, да. Ну, странно, но нет. Вот ты был... В смысле, я имею в виду парк развлечений. Ты был в Турции, если мы начали про аниматоров разговаривать, и тебе аниматор разрешил скатиться в аквапарке с аттракциона, который по габаритам только под взрослых попадал. Вот не страшно было? Конечно, нет. Если говорить про аниматоров в отеле, угу, которые ночью танцуют арам-зам-зам, конечно, было очень скучно. Ну, а если вот за отельный отдых, то, конечно, в аквапарке было очень классно и круто, то есть было очень много горок. Он же со мной не должен, то есть со мной меня, вот я еду на горке, меня за руку держать и со мной вместе ехать. Вообще, как я понимаю, о безопасности должен думать не ребенок, а как раз таки смотреть. Да, ну, вот такая практика, что детей, ну, вот младшего возраста, чем допустимо, пускают на горки, это точно, потому что я сама тоже так же каталась свои там 7-6 лет, куда только с 10 пускали. Ну, а по идее он не должен пускать. Да, а ну... Им все равно, и, во-первых, дети тоже набиваются, начинают сразу просить, там, пожалуйста, пустите, пустите. Ну, понятное дело, они там жалились, прокатились, а если что-то случится, то они отвечают будут. Дай бог, что все хорошо. Вот если, не дай бог, какая-то там проблема возникла или со здоровьем, вот несет ли ответственность юридическую фирма принимающая? Ну, там ушиб ногу, дай бог не утонул, ушиб ногу на водной горке. Нет. Вы все говорите о рисках. Ну и в итоге у людей складывается впечатление, что вот поездка – это нервотрепка. То есть это приготовление. Я вот уже говорил об этом, еще хочу напомнить, что если вот вы едете с детьми, вот для нас интереснее Азия, азиатская культура, то есть и из всех стран, которые стоит выбирать, вот для, если вы никогда еще не ездили, то можно ехать спокойно в Таиланд, и никаких рисков по здоровью с ребенком не будет, потому что медицина в Таиланде, она, ну, я думаю, в некоторых областях получше вот такая вот, то есть медицинские услуги окажут лучше, чем у нас вот в Омске. Чем в районах Омской области. Да, не только в Омске. Вы ответственно должны относиться даже просто, когда вы едете с ребенком, вы вот идете гулять с ребенком. По грибы, а уже клещи. А у ребенка только пятая, а не шестая вакцинация. Ну, да. Подготовка-то на самом деле почти одна и та же. И те же самые влажные салфетки, те же самые игрушки, надо с собой взять дорогу. Единственное, что здесь дорога идет, там на машине час едете, а здесь на самолете 6 часов. Ну, как бы, подготовка одна и та же. Ну, все равно она того стоит, получается. Она, конечно, она того стоит, безусловно, обязательно. Я хочу отметить, почему люди так просто относятся к теме вот акклиматизации, всего так просто говорят, и ребенок у них такой привычный. Это говорит о том, что первый-то раз, если вы вспомните, наверное, было тяжелее, чем последующий. Потому что вот этот вот период адаптации, акклиматизации, он как бы тренирует организм. Вы получаете как закаливающий эффект. И каждый раз, когда вы едете, а если вы едете примерно в одну и ту же страну, ваш организм уже тренированный. И он воспринимает эту информацию, которую он в себя получает, уже и быстрее акклиматизация происходит. То есть, если так, это от 2 там, до 7 дней, до 10 дней, у вас все это происходит быстрее. И у ребенка тоже так, вы говорите, что ребенок быстрее привыкает к этой ситуации. Понятно, потому что она у вас уже закаленная в этом варианте. Вы любите путешествовать. Поэтому это есть плюс. Мы не пугаем. Женя, на радость туристическому бизнесу, да, готовы сказать, что ездить нужно каждый год, да? Конечно. Ездить нужно по возможности. Если есть желание, пожалуйста, можно ездить. Да, правильно, Сева нас оземляет, на землю возвращает, если есть деньги. Сейчас вообще вот по ситуации в мире и в стране, сейчас отдых зарубежный стал очень дорогой. Вот даже в... Я конечно, с тобой я цены не запоминаю, я тоже поспорю. Я же тебе про цены немного скажу и поспорю. Ты знаешь, на самом деле, что в некоторых домах отдыха Омской области гораздо номер в сутки стоит от 4 до 5 да тысяч. Я знаю. Там и в Крым съездить тоже. Я не говорю, что в России дешево. Я просто говорю, то, что в Алтае сейчас стоит 70 тысяч отдохнуть неделю. Но Алтай – это дикий отдых, больше чем. Нет, это отельный. Я уже не знаю. На Алтай можно из палатки сходить. Ну, лучше да, будет бюджетно. И поехать на поезд. Отель – это избушка на курьих ножках. Кстати, Алтай нам тоже предстоит, потому что ты мне обещал, когда ты станешь повзрослее, все-таки поехать в конный поход по горам.
там поехали куда-нибудь в Париж, Германию, не знаю, в Турцию, в Европу. Вот там посмотрели Эльфию башню, еще какую-нибудь достопримечательность. Да когда ребенок вырастет, он этого в жизни не вспомнит. Нет, неправда. А я тебе объясню сейчас. Да. Я тебе сейчас объясню. Мы ездили как раз-таки до 2 лет с ребенком. И вот сейчас, когда мы поехали в 4 года опять, она очень хорошо помнила свою поездку. Это, во-первых, она все запоминает и даже помнит места некоторые, которые мы проезжали, и некоторые вещи, которые мы даже там... Даже конфеты. Но это не самое главное. Дети в путешествиях очень сильно взрослеют. У них очень сильно, так сказать, расширяется кругозор. Она видит другую культуру, она видит других людей, она слышит другой язык, она воспринимает все абсолютно по-другому, и это просто невероятно расширяет. Она, ну, то есть ребенок приезжает повзрослевшим очень сильно. Ну, а почему бы не поехать, например, в Питер? Там тоже очень красиво. Все зависит от того, куда хотят. Богдан, есть, вот, Богдан, где ты был? Поделись своим опытом. Поделись опытом. Ну, я вот насчет того, что был в Турции в 5 лет, то я тоже очень даже хорошо все помню. Вот все вот эти вот горки, аквапарки, они входили в стоимость билетов, ну, я так понял, и все это было бесплатно. Там не было определенных смотрителей, но аквапарк был, он на улице находился, горки были не очень большие, но довольно-таки интересные. Поэтому в 5 лет, как бы, там в Турции очень много городков, и это очень даже интересно. А вот кроме аквапарка, ты еще что-нибудь помнишь из того года? Да, я помню то, что... То есть тебе не было скучно, родители сами по себе, а ты как бы развлекаешься, получается, да? Ну, они присматривали иногда, как бы, в общем-то, были на пляже все вместе. Но не мешали. Нет, я думаю, то, что я тоже не мешала родителям сильно. А что касается другого какого-то заграничного отдыха, то, так сказать, за областного отдыха. Я больше путешествовала по России, и самое запоминающееся путешествие было в Сочи на Олимпиаду. Так как у меня дядя живет в Сочи, и он был волонтером, и мы спокойно могли... Ну, Олимпиада, это же называется суперсобытие. То есть это для тебя запомнилось буквально на всю жизнь. Ну да. Но Олимпиада, еще что интересно, то что вот добираться на вот этих вот новых электричках, которые со всей страны привезли именно в Сочи, и вот такие вот как бы путешествия по собой России, а особенно если на машине, то очень даже интересно для ребенка может быть любого возраста. Вот мне как бы уже не то что даже скучно, а интересно рассматривать разные места, останавливаться. А вот моему младшему брату, вот первый раз мы путешествовали, ему было 2 года, он, ну, он как бы сидел спокойно, смотрел, в общем, он не хныкал. И детям в возрасте там от 2 лет на машине уже путешествовать, ну, как по своему небольшому опыту можно, мне кажется. Мы с родителями тоже такую практику проводили, значит, из Омска в Сочи ездили на машине. И при этом заезжали во все города, вот Европы, да. Там Москва, Питер, все-все города, там Самара, Волгоград. И я могу точно сказать, что вот именно эти впечатления, они у меня отложились на всю жизнь. Хотя это было, ну вот, мне было года 4, а брату моему было 11 лет. И мы вместе путешествовали всей семьей. Я помню, как мы там в дороге песни пели. И опять-таки вот останавливались в придорожном кафе и там ели, и никогда не было никаких проблем. Ну, даже если были, то родители-врачи, хотя, они, наверное, всегда были готовы помочь. Опаснее пообедать, нежели в Таиланд. Я думаю, да. Ну, возможно, но... Да, я в Таиланде ни разу не отравился, а вот в Сочи я был, я 2 раза там... Ну, вон, Сева помнит, как вы ездили. Сева, у тебя, вот, кстати, опыт есть и зарубежных, да, учитывая Турцию, и Санкт-Петербург, и в Омскую область мы с тобой ездили вдвоем. Вот что бы ты предпочел? Понятно, что хочется в других странах побывать. С точки зрения интереса, какой отдых был тебе самым интересным и куда ты еще? Мне очень вот Турция, ну как бы Турция это Турция, а Питер, вот мне честно в Питере больше всего понравилось. Вот эти вот раздвижные мосты, экскурсия по музею воинской славы, метро. У нас в Омске нету метро, не было. У нас даже на карте есть, карта метро есть. Да-да-да, самого метро нет. Ну, то есть, что Исаакиевский собор, еще ночные экскурсии по катерам мы разъезжали по... Ну, я уже забыл, там какие-то лабиринты по Питеру водные. Ну, вот смотри, мы с тобой собрались в Таиланд. Не отдыхать, да, в первую очередь, а тренироваться. То есть, никакого, скажем, с точки зрения скуки, то, возможно, будет скучно. То есть, 10-15 дней одного какого-то занятия. То есть, ты как воспринимаешь этот отдых? Ты хочешь его?
Или это знаю. Потому, что я вот тебя заусываю, и ты говоришь, ладно, мы поедем. Ну, я туда, в Таиланд, еду не ради тренировки. Я могу потренироваться и в Омске, тем же самым тайским боксом. А, ну, вот зачем я еду в Таиланд, это тоже я там никогда не был. Посмотреть на вот эти речки, храмы, вот эти вот всякие статуи буддистов. Вот, покидать монетку в пуп. Там такой султан сидит. Ты читал про это, да? Да. И там у него пуп, и надо, кто забросит туда монетку, тот... То есть, получается, ты сам уже практически готовишься к путешествию. Ты не только отдаешь все на откуп там отца, да, вот как спланировали, так и поедем, а ты сам какую-то информацию наберешь об этом речи. Да. То есть с детьми повзрослее, наверное, все-таки интереснее в этом гораздо, плане, потому да, что они выбирают что-то еще. Обсудить что-то. Как-то да, и да, и обсудить, и договориться. Сегодня мы день посвятим, например, твоим развлечениям. Завтра мы идем, посмотрим культурную какую-то программу страны, да, то есть интереснее. Конечно, с маленькими это нет, ну, другое. С маленькими детьми, на мой взгляд, это, конечно, мое личное мнение. Мне кажется, ездят две категории наших соотечественников. Безумцы. Вот. И тем, кому некуда деть ребенка. Ну, или надо, да. Ну, мне кажется, вот я абсолютно согласен и считаю, что оставаться как бы с маленькими детьми в Омске летом в душном городе. Тоже, конечно. Все нет. Вот хочется, понятно, что есть риски, понятно, что есть какое-то осознание, что может быть скучно ребенку, но лучше все-таки вот ему познать мир. И мне кажется, скучно ребенку ни в коем случае не будет. Темы ближайших выпусков. Вундеркинды. Будущее уже сегодня. День рождения. Самый счастливый день в году. Грустный праздник или возрастной отчет перед самим собой. Не бойтесь путешествовать вместе с детьми. На сегодня все. Экспертный совет поколений прощается с вами до следующей недели. Интересные истории, темы предлагайте и присылайте нам на электронную почту. Может быть, именно вы и ваши родные и близкие станете героями нашей следующей программы. До встречи на канале продвижения.